Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Дорогие мои друзья, сегодня мы пришли в гости к Татьяне. Вы ее видели, это хозяйка малыша. Он давно вам знаком. Она нас пригласила с своим мужем в гости. Сейчас я вас поближе познакомлю. А вот это симпатичный мужчина Бюлент. Ее, а это мой Эндерата. Вы знаете. Вот так у них красивая такая картина, красивая. Это мой муж сам собирал. Как собирал? Это пазлы. Да ты что? Да. Вы представляете, это пазлы. Да, рамку собирал. У меня такие картины все в пазлы, гюзель. Татьяна, цветочки и такой огромный телевизор. Ну, какие цветочки у Татьяны. Видите, какая она хозяюшка, тоже любит цветочки и умеет за ними ухаживать. У нее они такие все жирненькие, хорошенькие, сочные листочки. Так, сейчас вот посмотрим. А вот это какое-то уже огромное выросло. Мы были год назад, не так оно выросло. Да. Так, а сейчас посмотрим, что Татьяна приготовила. Она очень такая хозяйка хорошая. Это мерджимек, чечевица, суп чечевицы, зеленой чечевицей. Зеленой сделала? Да, это зеленая чечевица. Да. Да. Вот это... Это инжик, это козий, нога козья, не нога, а бедро, козье бедро. Вот, бульончик. По-нашему это шурпа. Да. Такой просто овощной салатик, сезонный, как мы говорят, весенний. Мевсин. Да, мевсин салат. Пилав. И... А это наш салатик со сметанкой. Угу. Вот будем сейчас ужинать. А где малыш? Малыш. Малыш. Малыш уже возле стола. Где малыш? Кто его покормит? Ага. Малыш. Малыш. Малыш, а вот и сам малыш. Любит свет. Любит свет. Видите? Он не забыл меня. Не забыл. Хороший мальчик. Хороший мальчик, хороший. Все собачки любят. Ой, красивый. Хороший мальчик. Ой, мальчик, вы видите, как он меня любит? Да. Будешь в Ютубе, все тебе лайки поставят. Ставьте лайки, пишите хорошие комментарии на малыша и на всех. Все. Ну что, садимся, так как красивая у них, очень красивая квартира. Я потом покажу, если Татьяна разрешит. Разрешу. Татьяна разрешила нам снять свою квартиру. Вот смотрите, какая у нее красивая кухня. Вот так вот мы тоже хотим это сделать. Духовка, классно так. Орешки, такой чайник красивый. Чаек будем пить скоро. Да. Вот. Вот такой балкон у нее с цветочками. Это дом находится в районе Соли. Красивый район. Кругом, вокруг новостройки. Сите самое хорошее. Сите там два дома, да, у вас? Четыре. Четыре? По 12 этажей. По 12 этажей. 12. Внизу спортивная площадка. А бассейн есть у вас? Есть, конечно. Только на ту сторону, во дворе. А это какие цветы красивые. Они солнцелюбивые, да, видно? Да, вот это солнцелюбивые. Это тоже такой вот. А, как у меня. Называется эониум. Да, я название вообще... А это что такое? Это вот травка так распустилась, я ее не вырвала, вот она такая. А она у меня нету травки у меня от них. А у меня травка что-то идет. А, посмотрите, как интересно, отсюда вот травка. Может, у тебя старый он, да, уже побольше, чем у меня молодые, наверное, эти. Сколько я тут живу, столько его. Он тогда был, когда я приехала, я не помню, откуда он у меня появился, была такая одна палочка. Розы мои вот уже пятый раз цветут за лето. И тут главная травка какая-то. Да, тоже вот эта травка, вот у меня тоже розочка, видите, беленькая цветет. Это вот зацветут. Цветут и опять цветут, и опять цветут, и опять. Это очень пахнет. А вьючка. Это что за... А матушка, она вьется, она цветет и пахнет. Сейчас уже цветы отошли, пахнет, я не могу понять. То ли ванилью, то ли лавандой.
А еще не пойму, чем она пахнет. Малыш. И малыш с нами. Вот такой балкончик уютный. Пошли мы дальше. Татьяна нам разрешила. Мы вдвоем с мужем. Нам да. ничего не надо. Ну да, большая квартира. Вот такая у них прихожая интересная. Да. Пылесос, который сам пылесосит. Да, зовут его. Я его назвала Адольф. И ага. я ему кричу: Адольф, арбайте, арбайте. Ага. Ну, это гостевая. Малыш? Ага. Я ее только-только делаю. То есть кровать поставила, шкаф поставила. Для гостей. Это по-другому так, для гостей, чтобы не было спать. Ну, у нас это полусклад. Водичка всякая, соки всякие, такое. У вас и запасы. Да, мои. А это что за вода вот эта? Очень вкусная, дам потом попробовать. Вот это вот не лимонад, да, это же? Это не гранат. Не, лимонад, как лимонад это. Как лимонад, да. А вот это вот... Вот это минералка, новая минералка. Я раньше пила бейпазали, я ее не меняла. Вот это лучше, чем бейпазали. Она много газирована. Мы заказ вот даем, приносят. Это вы заказываете или муж твой? Муж мой привозит. И вот. Вот тоже где-то притащил, не знаю, куда ее повесить. Мои запасики. Вот и нет, да? Не вижу. Вот так вот, гостевая моя. Так, ага. Все, пошли в другую комнату. Тут посмотрите, какие запасы у них на двоих. И муж ее хозяйственный, и она хозяйка. Вот у нас такой турецкий. Турецкий туалет тоже большой у вас, хороший туалет турецкий. Да. Тут светло такая. А вот этот покажи туалет красивый. А, вот так вот. Такой романтика здесь, стиральная машина. Джакузи. Вот такое джакузи. А ты часто в этом джакузи? Первый год, когда приехала. Да, конечно, наверное, не вылазила. Мы же привыкшие к ваннам, а тут да. еще с бульбашками, как я говорю, с бульнями. Поначалу, да, а сейчас уже что, душ побежал, ага. куча дел уже так вот. Вот и мы. Хорошая у тебя ванна. Ой, мне так нравятся тут, эти квартиры на новостройках. Это как бы детская. Детская? Да, поскольку детей у нас нету, да. это у нас рабочий комнат. Тут у меня морозилка стоит, это чисто морозилка. И что у тебя в морозилке есть? Работает? Конечно. Ой, конечно. Сколько припасов! Холодильник не хватает. Гамбургеры, тут холодильник хватает. Вот эти чикапят. Вот видите, какие хозяйственные дети, наши девочки. Всякие, там курочка, лед у меня. Вот если к тебе придут гости, ты сразу это же... Это у меня вот крабы. А что, продаются крабы? А ну покажи. А что? Вот видите, у меня чисто... Это чисто ножки. Вот. А это чисто пузики. Это уже чищенные крабы. А где ты это покупаешь? У моего рыбака. Он мне всегда занят свежие. У него всегда свежие. У тебя это рыбак уже... есть? А что? У меня все есть. Вы посмотрите, связывайтесь с Татьяной. Мне звоните, я... Дам ее номер телефона. Татьяна также и занимается недвижимостью. Потом поговорим мы на эту тему. А это посмотрите, это по хозяйству. Это вот. Детская комната. Ну, здесь гладильная. Ну, вот такая. И крабы у нее есть, Татьяна. У нее и соленая рыбка есть, она сама малосолит ее красную. Ну, это так. Моему мужу сделали как рабочий. У нас ага. пылесосы, тут глажка. И еще один у меня большой балкон, как тут на кухне. Тут я забираю, у меня разборка мусора. Вот хочу кому-то отдать ковер. Мне не нужен, он старенький. Кому-то бедными. И у тебя попугайчики были тоже? Да, у меня был попугайчик, он умер, потому что он был старенький. Клетка осталась. У меня и кролик был, от кролика клетка осталась. Посмотрите, она любит животных очень. Да. Были и вот здесь птички, какой шикарный вид. Думаю, птички. Вот такой балкончик. Тоже такой рабочий. Я же, видите, занимаюсь разборкой мусора, аж не турки. Как разборкой мусора? Ну вот пластик отдельно, жестяные да? банки отдельно, я не выбрасываю. Вы видите, какая она вообще необыкновенная. Надо учиться у молодежи мне. А я все мы пихаем, лишь бы выбросить. Не, вот не, такой вот вид нет. с этой стороны балкона. Вот там вот видно, а бассейн здесь отсюда не видно. Не видно, он просто на той стороне. А это твой балкон, а это балкон, сейчас зайдем мы в ту комнату. Да, это в спальню. Четыре сита у них, вот. Район Сули. Сейчас я посмотрю, покажу вам, может, посветлее. Но все равно не стоит включать, и так хорошо освещается. Так, пошли, Татьяна, дальше. Ну, дальше у меня тут. А вот хозяин, самый главный, малыш. Тут у меня спальня, это малыша кроватка. Вот.
Еще одна комната, четвертая спальня. Еще один балкон, третий. Который выходит во двор, если что. Кровать. Это да, твой муж сделал? Да, да, да. А вот смотрите, это собрал ее муж. Установка есть. Смотрите, я могу сделать вот так. Посмотрите, какая красота. Романтика. А то, смотрите. Да. Так. Это мне муж дарил, они подпускали. И вот такой вот балкончик. А это что за дверь, Татьяна? Пожарный выход. Это запасная дверь во время пожара. Не дай бог, не дай бог, конечно. Этот пожар, это самое страшное. Тут флаг, вот у нас недавно был праздник, День Республики Турции, 29-го, и повесили. Такой вот хороший ситы. В районе Соли. Так, еще у тебя же тут есть, кажется, этот. Гардеробная, еще душ, это третий туалет. Посмотрите, гардеробная. Гардеробная. Шикарная квартира. Короче, Татьяне повезло с мужем. Ага, посмотрите. И для кого же она туалет. Была? Для меня любимой. Туалет и душ. Пишите хорошие комментарии, гадости не пишите. Женщина от души показала, поделилась о своей квартирой, пожалуйста. Мои дорогие друзья и подписчики, и зрители моего канала. Это у меня муж сказал. Не каждый поделится такой информацией. Вот Мона Лиза тоже спала, кстати. Это просто картинка. Угу. А Мона Лиза из пазлов тоже. Вот. Мона Лиза. Видите, чем занимается ее муж? Какие турки есть. Некоторые талантливые. Угу. Ну все. И вот такая вот прихожая я вам показала уже. Ну, потом еще спустимся, я вам покажу, где у меня бассейн. Да? Ага. И даже снимем и вот сенсорный лифт. Лифт очень красивый, да. Мы не сняли. Вот, вот такая зала. А вот они всегда так нашли общий язык, очень уважают друг друга, даже любят. Берге. Her şeyi açıklar. Şöyle şöyle döndürsene. Tamam, döndü. Sonra onu yazıyorsun. Oturma açıyorsun. Общаться. Açıyorsun orada. Ну что, будем сейчас пить чай, наверное, скоро. Да. Посмотрите, что я увидела на стене у них в коридоре. И вот сейчас Татьяна объяснит, что это такое. А ну рассказывай. Я гидсу задала. Это когда я первый раз меня пригласил мой, тогда еще не муж, просто познакомились в гости. Естественно, он через телефон нашел с турецкого на русский, ему перевело, он ввел туда «Русская принцесса, добро пожаловать домой», но на турецком. Ему что-то перевело белорус, хотя поистине у меня папа белорус, поэтому он даже не ошибся. Это так перевел переводчик. Вот он очень много бумаги испортил, потому что каждую букву он списывал с телефона, как ему перевело, каждую букву. Вот это он 3 часа писал, 3 часа каждую букву переписывал. Вот как романтика. А там Татьяна? Да, это Татьяна на украинском, потому что Татьяна на украинском. Но поскольку я у них нет, он поставил их «ре» вместо «я». Вот так вот получилось, тут у меня стояли такие цветы. Это так ждал он ее? Да. Видите, девочки? Это смотрите, какие бывают турецкие мужчины романтики. Мы с ним 3 дня были знакомы. Ну, вот так вот принял решение. Мы за 3 месяца приняли решение. Мы знакомы были 3 месяца, и тогда мы уже повенчались. Вот так вот. Такой вот у нас. История любви Татьяны и Бюлента. Да. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и делитесь моим каналом с твоими друзьями. Сейчас, когда приедешь в гости, покажу, как работает моя вот эта машинка, потому что сейчас уже наши мужчины спустились. Да, в следующий раз мы покажем, как работает этот умный пылесос. Ну что, Татьяна, спасибо вам за гостеприимство. Пожалуйста, приходите еще. Да. И малыш, спасибо за гостеприимство. Приходите к нам в гости. Было очень приятно с вами провести сегодняшний вечер. Пока-пока. И всем твоим зрителям и подписчикам большой-большой привет от нас. О работе Татьяны мы поговорим в другой раз. Да, в другой раз. Но не забывайте также, что кроме основной какой-то работы, у меня еще есть одна основная и очень любимая работа. Я подписчик компании Gigos. И Света мой лидер. Бизнес-партнер. Бизнес-партнер, да. Угу. Все, пока. Пока. Какой красивый у Татьяны лифт, посмотрите. Сенсорный. Угу.
посмотрите. Очень красиво. А чего же он не едет? Она ждет, да, нас? Да. Ну, он либо ждет, либо надо нажать кнопочку. Да, очень красивый. Особенно эти зеркала, да? Да, все, да. Кажется, что такое большое, а все это. А вот и я. А дверь, смотрите, тоже как зеркальная, хотя это ж не зеркало. Это ж дверь. Вот сейчас увидите, мы сейчас доедем. Вот как зеркало, то есть тебе не надо даже вот это вот зеркало. То есть тут селфиться можно со всяких вот так вот сторон. То есть это дверь, такой металл зеркальный. Я даже не знаю, что это вот за металл, потому что на самом деле это вот такая вот дверь. А сколько лет этому дому? 7 или 8 лет. И тут зеркала в коридоре. У нас вообще не будет зеркала. А сколько айдат в этом доме? 200. 200 лир айдат, видите? Ну, с учетом того, что у нас же бассейн, парковка, у нас 4 дома. Ну, у нас, вы видели, у нас электронные двери тут без ключа, то есть никто не зайдет, либо позвонят в домофон. И вы видите, как вот там камера, да, у вас еще? Да, во всех домофонах камера. Когда мы звонили, вы видели тоже, да, меня? Конечно, вот тут камера, вот видите, тут камера тоже стоит. Ну, все видите, и там камера стоит. А вот бассейн. Вот это вот, для колясок, да? Да, вот. Для колясок, для инвалидов. Там у нас камели большие. Сейчас видите, там светятся камели. А вот у нас большой бассейн. Он не функционировал, правда же, в этом году? В этом году, да, не функционировал. У нас бассейник. Очень жаль. Вот так вот. Красота у нас такая. Да, и 4 дома вот. Это уже та другая. Вот их дом такой. Вот 12 этажей. Да. По 2 квартиры в доме. Квартиры большие, зеркальные. На этаже. Квартиры одинаковые. Да, на этаже только 2 квартиры, квартиры зеркальные. Одинаковые. Да. На каждом этаже 2 хозяина, но 2 лифта. Два лифта. Два лифта. Да, мы же когда выживали, два лифта. У нас не один лифт, а 2 лифта. Видите? Вот такой вот ситы у них. Малыш!